Это правда, что клан ФСБ требует периодически у Путина разрешить ему брать Кадырова? Ну, собственно говоря, было же несколько операций, они, собственно, происходят регулярно, поэтому и в этом смысле не только сам лично Кадыров, но и Чечня, вообще как вот республика, как чеченский народ является удобным инструментом, надавливая на который можно решать свои проблемы. Даже те же самые взрывы домов были повешены на кого? На чеченцев. Хотя они к этому никакого отношения не имели. Убийство Анны Политковской было повешено на чеченцев. Хотя они к этому не имели никакого отношения. Убийство Немцова было повешено на чеченцев. Хотя к нему, как мы понимаем, они никакого отношения не имели. Не имели? Нет, не имели. Ну, у нас же сейчас есть все документы. У нас есть в том числе и материалы дела, из которого, в общем, ясно следует. Это государственная экспертиза.